Сколько прыжков с парашютом? У меня общевойсковые, у меня нет прыжков-то. Как бы нет прыжков с парашютом, да? Да, у меня нет. Ты что, ну, после у училища... меня дважды краснознамена имени Ольшанского. Это... Иркутская. Да. Командная, да? Командная, да. А сейчас оно существует? Не знаю, уж сколько раз сформировали уже и так далее. Слушай, а в каком году ты заканчивал? Да? Ну, я закончил, сейчас тебе скажу, 78-й год. А, давно, 78-й год. Ну, вот чего, у нас стали вербоваться, у нас Афган уже пошел с 80-го года. Да. Ну, пошло, поехало. Подожди, значит, ты закончил в Иркутске, а вот это, давай, до 80-м, подожди, ты в ком в году в Афган-то попал? 82-й. А до 82-го где служил? До 82-го служил на Байкале, потом в Латвии. О, в Латвии, ну-ка в Латвии, где? Я тоже в Латвии был. В Ладожах, что ли, рядом с Ладожами, под Ригой, что ли, был где-то? Там классные городки, да, слушай, там вообще там учебный дивизий. Я там в командировках обычно был, я там особо не служил. А, понял, в командировочках. Да так, в основном Байкал, да, это, то есть Забайкальский военный округ, Холодрыга, блин. Еще командиром взвода, прямо вот такой командир взвода, да, прям, блин? Ну да, я сначала был командиром взвода, а потом это уже стал этот командир роты был, потом командир батальона был. Ничего себе, командир батальона был. Да. Ребята, комбат перед капитанская вами. Должность, а что? Капитанская должность, да. Комбат, сколько там же, 400 человек у тебя, да, под началом там, или сколько там, 350-то было, наверное. Около 600 у меня было. О, как пацаны были, солдаты, нормальные в те годы, вот, как ребятки? Со всех этих республик, да, были? Да, со всех республик были. Ой. Слушай. Я же служил еще. Анатолий Михайлович, дорогой, сегодня что? День мотострелковых войск, блин, 19 августа, я тебя поздравляю. Серьезно, что ли? Сегодня, да, 19 августа. Это пацаны, пехота. Да, пацаны сказали, Александр, блин, срочно поздравь просто нас. Я говорю, парни, поздравлю, но я десантник, и вот просто так. А тут вот стоит командир батальона. У нас же пехота была, чистая пехота. Пехота, да. Пехотинцы были. Выкуривали всех. У нас задача была выкуривать всю мразь вот эту, которая засела в Кандагаре, помню. Мы же выкурили. Так, знаешь, ты в Кандагаре. Десантники что, они придут, лоск наведут и в другое место. Они лоск наведут, да. Типа, знаешь что, десантура типа такая, знаешь, мы на гребнях сидим, тут блокируйте, вы, значит, гоните на нас, а мы тут это, они сидят на гребнях нашего, и все. И, как говорится, иногда и не доползает никто, блядь. Не, пехота, она там внизу чистит, это тяжело, конечно, это самый... Вот эти ДШБ, у вас тоже, наверное, да, получается, в твоем батальоне, так, в Афгане комбатом был, что ли? Да. И в твоем батальоне, наверное, были потом был... десантно-штурмовые какие-то были, роты. Ну, немножко там передел был и так далее, я там зам по тылу был уже потом, это командир дивизии. Ну, уже видишь, это потом генеральный штаб при академии, хотя уже поступил и так далее. Вот американцы в 86-м году это отпустил. Это уже подполковник был, что ли? Да, это майор. Ничего себе. А потом, когда отпустили, там... Подожди, 12 рот, это как? В одной... А, в батальоне 12 рот. А была там разведывательная... Вот я считаю, в роте у меня 82-90 человек вот так доходило. Вот считай, сколько народу было. Старли это хорошие, ротные, это взводные, в основном с Иркутского, да, были, все-таки подбирали немножко по кадрам. Ну да. Ну а ребята нормальные были, офицеры-то? Нормально. Водку не пили? Да пили. Пили, да? Ну ты, мне кажется, не пил с ней водку-то. Не, я мало пил. Такой... Она вообще по пенке рассчитали, алкоголиков. Там не водка, а спирт нам выдавали. Хороший спирт, медицинский. В Кандагаре? Вообще выдавали, да. Подожди, значит, ты в основном 4 года был в Кандагаре, да? Анатолий Михайлович, ну Кандагар это какая-то, извините меня, пропасть какая-то. Лично меня коробило слово Кандагар, бля. Я сидел в Кабуле, мне не хотелось в Кандагар. Я был готов ехать в Чирикар, в Паншир, но в Кандагар мне не хотелось, чисто интуитивно. Представляешь? Ну да, Чирикар это да. А Чирикар рядышком, что там, 60 километров. Но тоже там духи уже вовсю. Но от слова Кандагар и Баграм. Мне почему-то становилось, там, блядь, там тошно. Там война была, стреляли в спину. Там неожиданная была, мы вырезали. Пустыня, да, такая пустыня, да, ну как да, бы, да, такая. И не спрячешься нигде, то есть, блин. Ты вот мне скажи, ты вот война мне скажи. Война была чисто американская. Да? Американцы платили сюда за эту войну, а СССР поддерживал
американцев. А говорят, англичане нас поддерживали, говорили, давайте, давайте, продолжайте. Блин. Миша я не выводил. Англичане, они всегда служили американцам. Ну да, это как бы дракон-то один и тот же, просто голова где-то. Да, все. Ой. Вот. А почему китайцы поддержали их? Им просто их стало жалко, что ли? Китайцы вот снабжали их оружием тоже, как бы. Заходили отряды их, Пакистан-то, понятно, спецназ заходил. Там война была, это... Ну, колониальная такая, да, штучка она такая была, да, это? Ну, это... За ресурсы. Это ширма была, да, это все было американское, американцы давно все завоевали. За счет жизни наших солдат. Проверяли боеспособность, это как учебный полигон был. Да, осваивали новое оружие, блин, новые всякие типы оружия, блин. Блин, офигеть. Авиация все летала тоже училась. Вот смотри, я почти каждый раз спрашиваю себя и своих пацанов, которые там подписаны, смотрят канал. Ну почему солдатам-то не платили? Ну вы набрали, ребят, ну хотя бы по 40 чеков, по 50 хотя бы платить. Что такое 9, 8, 9, что это было вообще? Но опять же мы к тому же возвращаемся, кто управлял страной, да, то есть как бы специально, да, ну, получается. Да. Даже минералку все не могли купить. У всех животы болят. Приходишь в медсанчасть, говоришь этому, дайте таблетку, говорю, у меня ничего нету. Я говорю, активированного угля нету. Я говорю, как нет активированного угля, вы что, блин? Такая же, да, баня была? Вкусная штука-то? Да, хорошая, давай, давай, отломывай. Давай, давай, ну-ка, с маком, ты что? Привет. Мак, это же прекрасно. Ешь, давай. Я кушаю, кушаю, да. Все съел. Ну, все. Еще куплю. Я же сытый, я сейчас домой еще пойду, окрошку есть. Кушай. Чай выпил, молодец, с залпом. Вот так, ребята, комбат мотострелковый. Сегодня Анатолий Михайлович рассказывает про Афганистан. Мой друг. Ну, ни разу мы так с ним откровенно не говорили. Сегодня получилось. Вообще люди находят друг друга.